Для неспешных прогулок в черте города парку имени Чехова добавят шарма. Яркое освещение, новая тротуарная плитка, детские площадки. Это одна из 8 зон отдыха Звенигорода, которая войдет в комплекс благоустроенных парков. Предполагается зонирование территорий. Экстрим в Супонево, история города в городище Звенигородском или в историческом парке вокруг Саввино-Сторожевского монастыря. Паломники, туристы и горожане, каждый найдет для себя свой вид отдыха. Они будут разные, яркие, интересные, но с одной философией. Город Звенигород должен быть рекреационно-парковым, туристическим городом, и эта философия во всем сохранится. Звенигород все-таки историческое поселение, и нельзя забывать его, скажем так, самоидентичность. Мы понимаем прекрасно, что у объединенного муниципального образования бюджет более значительный будет. И, соответственно, те программы, которые мы растягивали на 3-5 лет, можно будет реализовать в значительно быстрые сроки. От отдыха душой к спортивному. Художественная гимнастика, фехтование, плавание, женский гандбол и бассейн. Дворец спорта «Звезда» загружен на 100%, но ему уже требуется капитальный ремонт. И если в этом комплексе проблемы сугубо строительные, то в Академии дзюдо ситуация иного рода. Из-за бумажной волокиты ее работа приостановлена. Открыта в 2012 году. Приняла 2 турнира, но долги, и над трибунами повисла тишина. Задача максимум – это получить все-таки муниципальную собственность объекта спорта дзюдо и, конечно, его запустить. Очень красивый зал на 2500 мест трибун. Можно использовать также и под футбол, и под любые соревнования, и под баскетбол, и под то назначение, которое изначально планировалось под проведение чемпионатов по дзюдо. Не хватает борцовских залов и в Анисовском районе, и в Звенигороде. Во многие спортивные объекты Звенигорода необходимо вдохнуть жизнь, считает Андрей Иванов. Например, более 100 лет практически в центре города за старыми уютными улицами прятался стадион с гордым римским именем «Спартак». Когда-то излюбленное место звенигородских любителей спорта. Сейчас принято решение стадион отстраивать заново. Помимо стадиона мы хотели бы сделать там полноценную академию спорта с различными видами активностей и спорта под открытым небом. Не хватает в городе и хоккейных коробок. Есть территория, где можно построить там же, около стадиона «Спартак», хоккейную коробку, многофункциональные площадки для занятий волейболом и баскетболом, для занятий тенниса. Звенигород должен стать визитной карточкой всего Одинцовского округа, сохранив при этом свой исторический колорит. Выездные встречи Андрея Иванова с представителями местных властей станут регулярными. Ведь остались вопросы организации нестационарной торговли, социальной инфраструктуры в новых густонаселенных районах и благоустройства исторического центра. Этот год стал отправной точкой в отчете новой жизни города. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».